Здорово, народ. Попробуем пройти очередную пустоту. Находится она вот на этом верху, вот в этой вот локации. Ну, кто играл, тот поймет. А кто не играл, тому и не интересно. Там вон соляр стоит. Солнцем любуется, которого нет. Солнце где, алло? С биноклем? Реально с биноклем. А на третьем уровне, как бы, не такая сложная, в кавычках. Но по мне, так это весь пятый уровень. Дело в том, что я ее уже давно траю, 28 уже душ насобирал с 30, но дело в том, что в конце там совершенно непонятно, как последний рубеж проходить. То есть до последнего рубежа я уже как бы дошел, но в конце... Перед тобой после прыжков, четырех прыжков, отвесная стена. И совершенно непонятно, что с ней делать. Сейчас я первые разы, конечно, налажаю, потому что руки должны в себя прийти. И ритм поймать. Но тут уж ничего не поделаешь. Ай! Вот да, вот началось, видишь. Я могу теперь по воздуху ходить некоторое время. Непродолжительное. Потому что у меня есть дух. Вот так вот могу ходить. Хоп. Но недолго. Ай! Платформа, а рендериться не надо, да? Зачем? Я же и так знаю, что ты здесь нет! Зараза! Блин! Зараза! Зараза! Ну, в общем, она не, по мне, так это нифига не третий уровень, честно говоря. Но это минимум четвертый. Я не знаю, как они рассчитывали сложности, но пустот. Но некоторые пустоты это прям... не соответствуют действительности. Сложноте своей не соответствуют. Зараза. Может быть, мне просто шипы сильно не нравятся. Да ёбана. Вот так вот можно. Раз. Раз. И на самом деле это... Этот дар хождения по воздуху сильно помогает в этой пустоте. Например... Блять, вот что он сейчас не пошел, непонятно. Например... Сейчас покажу. Во-первых, вот здесь можно обойти. Ну, хотя это не надо, это я просто... Здесь это делаю, чтобы натренировать тайминг хождения по воздуху, потому что он ходит по воздуху, но он как бы не вечно. Вот здесь, по идее, вот надо прыгнуть на эту платформу и поехать дальше, но можно просто скипнуть. Вот так вот, хоп. Это на самом деле быстрее и профитнее, потому что там тоже можно сдохнуть теоретически. Это повышает шанс пройти дальше. Тут не так сложно, на самом деле.
если потренироваться маленько. Часов 20, ай, блядь! Ну не 20, конечно. Ну ладно. Короче, этот трое запорол. Ладно. Ладно. Вы не рассчитываете на скорую победу, ее не будет. Это просто чил в пустоте. Он будет достаточно криворуким, скорее всего. Но этот геймплей ничем не хуже остальных. На самом деле. Блять. Я не знаю, как это, конечно, смотреть. Точнее говоря, знаю, как это смотреть на видео. Но я ведь не молчу. Я разговариваю. К чему это я сейчас сказал? Хуй знает. Ладно. Значит, я, честно говоря, разучился. Потерял здешние тайминги совершенно. Но скоро руки вспомнят, и дело пойдет. Или не пойдет. Все зависит от рук, собственно. Надо вспомнить, где жать дольше, где не дольше. Вот здесь надо дольше жать. Да что ты не допрыгиваешь-то, собака? Вот он же как прыгает. Вот если вот так нажал пробел, то он невысоко прыгает. Если зажал... то высоко. Интересное дело, это память рук. Наверное, в нашем мозге или в нашем мозгу есть определенный участок, который отвечает за эту самую память рук. Вот. Иначе как объяснить тот факт, что если ты научился один раз кататься на велосипеде, да, то ты уже никогда не разучишься. Не, это факт. 100%. Да блин. Вот. И этот участок у меня сейчас, по-моему, спит. Мозга. Я надеюсь, скоро он очнется ото сна, и я наконец-то пройду этот простой участок и доберусь до сложного. Но он тоже как-то относительно простой. Первый раз тут сложно. Так, здесь зажать, здесь зажать. Я что-то вообще не понял, почему он перестал допрыгивать-то? Что?
Так. Так. Да, блин. Здесь можно и вот так сделать, теоретически. Если, допустим, вы не нашли этот дух пустоты. А, в смысле, просто дух, который позволяет ходить по воздуху. Ну, его невозможно не найти, на самом деле. Если глаза, конечно, открыть, пока играешь. Зараза! Зараза! А, наверное, надо удерживать пробел, блин. Да ты... За что? За что? Да-да-да. Тут надо не так делать сейчас. Я вспомню. Там надо бегать сразу напрямую и через мелкую. Вот так, да. Только... Надо понять, последний прыжок, он длинный должен быть или короткий. Это важно. Да как же ты? Ладно. Да, тут вот, бля. Да, я что-то сегодня криворучка, господа. Решил записать пустоту, а сам пройти не могу дальше. Как так-то? Раза. Да, блин, вот передержишь клавишу вперед и все. И ты уже внизу. А надо наверх. Лол. А может быть сразу бежать? Не, ну сразу я точно не набегу. Здесь короткий прыжок. Рывок. Просто нажал один раз и все. Здесь вот высокий. Блин, только в конце надо назад еще чуть-чуть дожимать. Иначе он... Ну, блин. Иначе он это... Ну, ладно, фигня. Сейчас ритм... ритм пустоты восстановится. И дело пойдет.
Как же эта игра заставляет напрягаться, блин. Это же сколько адреналина. Реально. Я, конечно, не уверен, что это адреналин именно в теле выделяется, но что-то точно выделяется. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Здесь чуть подождать. Прыжок. Здесь высокий прыжок и короткий рывок. И ждем открывания кубиков. Как только кубик открылся, надо делать высокий рывок. О, прыжок. Вот этот участок сложный. Потому что тут надо... Да. Тут надо, во-первых, чтобы камера не гуляла туда-сюда. Держать ее ровно-ровно и четко. Так. И, во-вторых, вот так вот ходить. Причем ходить надо именно... правильную сторону. Интересно, вот интересная эта пустота. Хоть тут и сраные эти шипы, но она мне почему-то понравилась. Не-не-не. Наверное, потому что я ее пройти не могу до сих пор. Зараза. Не додержал. Недодержание у вас, сэр. А бегать я буду по воздуху. Ну, иногда вот он почему-то игнорирует тот факт, что он сейчас в воздухе. Ему надо по нему бегать. Сразу. Маленькая. Тра-та-тан. Та-ри-да-тан. Музло какое-нибудь воткнуть, но гребаный... Тюбик блокирует. Начнет предупреждения всякие писать. Нафига это все надо? Ясно. Дорожа. А под музло тут чилить вообще найс. Потому что в игре музло-то оно, конечно, есть, но оно такое себе. Типа... Динделинь... Динделинь нет! Пойдем-ка мы в эту сторону. Хорошо, а тут пойдем в эту сторону. Хорошо, тут пойдем в эту сторону. Хорошо, тут пойдем в эту сторону. Хорошо, вот сложный участок. И как его проходить, хер его знает.
То есть там надо перепрыгнуть между двух. Блин, я даже понять не успел, что было, честно говоря. Ну, то есть я там был уже один раз, но дальше того участка я не заходил. А, нет, кстати, это, говоря, не та пустота, где ответственная стена, я напутал. Ну тут тоже... Блин. Тут тоже интересно. Ну тут вначале не получается, а вот чуть поиграешь, руки как-то привыкают уже к мувам, и все на автомате получается. С какой-то попытки тут вообще на автомате все делается. Я так думаю, если сколько-нибудь долго потренироваться, эту пустоту даже с закрытыми глазами можно пройти. Или нет? Блять. Ну, сейчас вертушка спасла. Зарядим еще раз. Вдруг еще раз спасет. Зарядись. Так, сейчас. Для тех, кто вообще не знает, что это за игра, это... Так. Игра про маленького такого воина. Короче говоря, как объяснить-то? Ну, в общем, он типа мир спасает, как обычно. Тут боссы есть, но боссы тут полная дичь. Вот, и есть вот такие, много вот таких пустот. Они называются пустоты, как они называются? Ну да, пустоты, они так и называются. Вот их сколько, всяких разных. Так вот, боссы в этой игре, true боссы, это именно пустоты. Вы в них заходите и начинаете проходить вот так вот. Они всякие разные. Чем выше, чем дальше идешь, тем сложнее. Ну и они по уровням. От первого до пятого. Так. Сука. Так вот, на самом деле, это выглядит как задротство немножечко. И поначалу тебе это все не особо нравится. Но как только ты понимаешь, пребываешь сколько-нибудь долго в одной из пустот, пытаешься ее пройти, это так затягивает, что просто жопа. Ну, не знаю, не всех, конечно, но меня лично это мега затянуло. Засосало на 100%. Так? Так, что тут делать? А. Прыжок. Да сука ты. Вот тут что плохое, то, что я не вижу дальность его на этом участке. В пустотах есть души, во-первых, вот 30 штук, их везде один, вот в правом верхнем углу. 28 из 30 я собрал. Они лежат в разных участках. Так. Но самое главное, в конце, если ты дойдешь до конца, тебе дадут очередное сердечко. Но это количество жизней. Жизнь, короче, очередную. Это как бы материальная цель, а моральная цель — это осилить эту пустоту.
что намного важнее всего остального. Зараза. Да ну блин. Лажать, конечно, вот на таких моментах это плохо. Это плохо. Это очень простые моменты. Иногда тут... Блять. Иногда тут... Что я хотел сказать? Фактор удачи очень помогает пройти. Просто на удачу я вот выкладывал, как я пятую пустоту прошел. Так вот, последние участки, два или три, или даже три, я вообще первый раз туда попал. Ну, как бы... И прошел, ну вот, прям на удачу. Мне просто повезло. Я не знал, как там проходить. Совершенно. Ну, рандом, фактор рандомной удачи. Тут присутствует, да. Ну почему ты не допрыгиваешь, а? Чучело. Огородная, ёпта. Ай-яй-яй. Тут дело в том, что каждый участок, чтобы пройти, ну, чтобы пойти в пустоту, вам придется точно знать, что делать на каждом участке. Здесь, например, надо камеру так приподнять, чтобы видно было. И просто сжать стрелочки влево и вправо. Аккуратненько. Здесь надо вот так вот подпрыгнуть и вот так вот. Оп! И я сейчас зря нажал на клавишу назад. Совершенно напрасно. Совершенно напрасно. Да блин, да что ж такое, я не допрыгиваю-то, а? Ну это вообще же. Какая-то же. Тупо же. Ладно. Сюжет в этой игре тоже, ну, как геймплей, остальной геймплей. То есть тут есть мир прорисованный. Блять. Неписи всякие, хренеписи. Плюшки разные, оружие разное. Ну, оружие тут только как бы различается по урону и по визуалу атак, а так оно, в общем-то, одинаковое. Ой, я хотел показать мувсет меча. Он у всех одинаковый. Вот, но он тут... В общем, находишь оружие. Но, честно говоря, лучшее оружие я не нашел и купил. Тупо. Возможно, где-то есть еще получше. Блядский недопрыг. Ха.
эти пустоты сильно заставляют напрягаться. Что мне, собственно, и нравится в играх. Если есть вызов, вызов брошен. Считайте, это игра для меня. Здесь можно немножко расслабиться так. Секунды три. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет, дядька, нет! Ну, все, пиздец. Ну, тут лучше сразу сдохнуть, потому что я второй раз... Если я вот так вот выживаю, потом я сдохну где-нибудь. Короче, не получается. Тайминги как-то похериваются. Движений. Тайминги мувов похериваются, и ты лажаешь сразу же. Поэтому проще сдохнуть и заново пойти. Вот тут какой-то ритм есть. В каждой пустоте свой ритм. Если ты сбился с ритма, все. Считай, ты не прошел. Ну вот, видишь, тут надо было жать назад чуть-чуть, а я не нажал в этот раз. Ладно, попробую еще раз. Они, правда, не зря пустотами названы. Тут такое ощущение, что... Блядь, да ты будешь попадать или нет, долбоёба кусок? Чё я попасть-то не могу, я не понял. О чем я и говорил. Выжил, но ненадолго. Блять, ритм теряешь, и уже все, и уже не пройдешь. Это сложно словами объяснить, но вот когда начинаешь проходить, какое-то такое чувство очень странное возникает. Это же как бы не то, что чувство, а... В общем, хрен знает. Я что-то чувствую. Определенно что-то есть. Давай. Это тут, когда прыгаешь, напрягаешься всем телом. Ну, если ты, конечно, не деревянный Буратино. А такие, я слышал, бывают. Ай, но я точно не деревянный. Нет! Залазь! Да ну что? Ну что ты? Что ты, фраер?
Плохо скачешь. Игра называется Blue Fire. Ну, что это за название Blue Fire? А? Blue Fryer, ёбана. Это название, я понимаю. Оно соответствует действительности. Я имею в виду, что этот мелкий жук, он точно фраер, но блю, потому что у него костюм такой, знаешь, голубенький, чуть-чуть, и только поэтому. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, когда он заряжается, вот, хоп, вот, ну чем не блю фраер? Лол. Не знаю, мне эта игра прям вошла практически на 100%. За исключением боссов. Боссы мерзкие куски говна просто. Просто вот я даже не знаю. Ну их, конечно, я думал, чем их можно заменить, так если подумать. На самом деле, заменить-то их особо и нечем. Блять, вот мажу и все, ну что ж такое, удерживать что ли надо? Заменить-то их особо и нечем, потому что, ну, постоянно скакать по этим платформам, это тоже заебет. В итоге. И надо как бы отдохнуть от платформ. Но на боссах, ну тут еще плюс сюжет, конечно, есть, зависящий от завязанный на боссах. Они тут не просто боссы, как в Дарке, а как бы с нормальным лором, с хорошо понятным лором, так скажем. Вот, но мувсет боевки, конечно, они могли бы еще подумать. Блять, зачем я прыгнул? А, мувсет боевки там говно полное. Мы пойдем здесь, блять, зря, ой, зря, ой, зря. Вот тут еще надо, там, где платформы двигаются, надо сообразить, в какую сторону идти. Причем сообразить быстро. Потому что если ты пошел на одной платформе не в ту сторону, все, тренда, как сейчас была. Вот, и они вот этот вот, вот эту пустоту присвоили ранг 3 уровень. Ну, не знаю, господа. По мне так это 4, потому что тут весьма непростые надо делать. Есть третья пустошь в последней локе, так она вообще на... Я ее за... С первого трая прошел. А здесь вот, блядь... Я уже тут... Достаточно долгое время. Вот тут надо вот сюда идти. Вот тут надо вот сюда идти. Тут надо вот сюда идти. Тут надо вот сюда идти. О,
бля. Ну вы видели, да? Как там непросто. Дело в том, что я не знаю, как там действовать, потому что я дальше вот этого вот, где надо в середине там прыгнуть или что-то еще сделать, собственно, и не доходил. С другой стороны, вот сколько я уже тут... Твою мать. Минут 20 ковыряюсь, да, на записи? Побольше. У меня счетчик таймера нет. Но уже как бы это... Становится все проще и проще. Прощее и прощее. Оп! Ритм пустоты поймал. Чуть-чуть. И норм. Нет! Нет, 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 нет! Зараза, не допрыг. Детектед. Вот тут вот эти кубики, они раскрываются не просто так, а чтобы помочь игроку. Они дают тайминг. Не везде, конечно, но в основном. Во-первых, тайминг, во-вторых, время на раздумие. Вот здесь надо ждать, все, блядь. Вот где платформа двигается, а ты скачешь параллельно, но по кубикам, именно надо ждать, пока... Ну и здесь вот тоже, кстати. Вот если ты тайминг выдерживаешь, паузы, то ты успеешь на платформу, а если нет, то ты не, то не успеешь. Короче, сейчас покажу. Вот раз, раз, прыжок. Здесь надо прыгнуть вот так вот и чуть-чуть назад, прям полшишечки. Оп. 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 И оп. Вот здесь надо тайминг выдерживать. Прыгнул? Жди. Вот, и платформа в этом случае приходит как раз вовремя. А если ты будешь прыгать быстрее, то платформы не будет. Тебе надо уже куда-то вставать. А платформы нет ни хера. И ты такой, а-ля-ля-ля-ля. Так, сюда пойдем. Сюда пойдем. Пизда, Ивановна. Ну вот, как-то вот так. Это, конечно, тоже может быстро надоесть, если ты постоянно фейлишь. Это будет означать только одно. Уйди отсюда. С этой пустоты. Погуляй по миру, поделай еще что-нибудь. Или другую пустоту зайди. Потом вернешься. Будет проще. Не сразу, правда. Ну, я не знаю, как для всех, а для меня вот надо некоторое время в каждой пустоте, чтобы, даже если я там был уже, чтобы привыкнуть, вспомнить, чтобы руки вспомнили тайминги.
задержки вот эти все. Прыжки. Блин! Почему меня отхилило не до конца? Потому что я убрал дух. Понятно, как он работает. Смотреть такое, наверное, если вы не играете, не очень интересно. Я не знаю, насколько бы меня хватило самого такое смотреть на видео. Но трайте, это достаточно интересно, я вас уверяю. Я бы, конечно, хотел записать, как я покорил все пустоты. Но, во-первых, не факт, что это случится. Потому что есть пустоты, ну, короче говоря. Во-первых, их очень много, этих пустот. Во-вторых... Нет, зачем так-то? Зачем ты прыгнул, долбоёб? Да. Тут концентрация нужна полнейшая. Там надо просто гулять по воздуху и прыгать, и запрыгивать на платформу обратно. А если ты прыгнул лишний раз, ну, один раз тебе простят, но второй раз уже все. Блин, чуть не пролетел мимо. Пойдем сюда. Ну вот как, блин, зараза. Там надо прям вот, прям пюселька в тютельку прыгать, блядь. Зараза. Сложно. Или по-другому как-то. А как по-другому, когда времени не дают на размышления совершенно? Ай-яй. Обойти. Я хрен знает, там можно обойти или нет. Интересно, человек устроен, да? У него есть такое «я желаю это пройти». «Я хочу это пройти».
Откуда у человека вообще это чувство желания возникает? Это философская тема на самом деле. А вот это нет, не философская тема. Это я просто упал. Откуда в человеке вообще желание возникает? Ну, желания ведь разные тоже бывают, да? Понимаете? То есть... желаниями мозг регулирует или нечто другое? Наверное, есть желания инстинктивные, а есть желания ну, я имею в виду инстинктивные, это, например, пожрать, поспать и сделать известное дело. Ай, блин, зараза. Нет! Угу. Понятно. Вот, как бы другие желания, типа вот пройти вот эту хреноту, блядь. Это ведь не инстинктивные желания. Хотя, возможно, желание победы, оно тоже инстинктивно. Заложено в инстинктах человека, да? Это вообще-то, наверное, составляющая размножения. Потому что если ты не победил, то ты не размножишься, грубо говоря. Оно просто немножечко тут видоизмененное, но на самом деле-то суть-то тут та же самая. Козлина. Ну, козлина. Блюфраер, ёптать. Когда-нибудь сделают игру, в которой главный герой, ну вот сейчас я его хоть и козлиной называю, но вы же понимаете, что козлин это не он, а я на самом деле, потому что он-то ничего не делает. Он слушает только твои нажатия клавиш, но когда-нибудь сделают игру, я думаю, в которой персонаж будет участвовать в геймплее сам. То есть он как бы, ну, сначала он будет немножечко участвовать, потом все больше и больше, ну, как искусственный интеллект. То есть главный герой станет искусственным интеллектом, он сам будет додумывать за игрока, например. Если игрок, например, туповат немножечко, как я, то ему искусственный интеллект подскажет. Допустим, а давай вот так сделаем. А в данной игре он... Да что, блин, такое? В данной игре он не будет не подсказывать, ну, я имею в виду не в данной игре, а в играх вот такого плана. Он будет не подсказывать, а действовать. Ну, то есть, например, вот я не допрыгнул чуть-чуть, он допрыгнет сам. Интересно, насколько это сложно сделать с точки зрения программирования? Наверное, это просто на самом деле. Потому что это, ну, вот он же прилипает на стены сам, правильно? Я же ничего не делаю. Вот. Ну и как бы и тут... И вот интересно было бы, вот, меня
гейм-девы это, конечно, сейчас не смотрят, но интересно было бы, знаете, что сделать, если вдруг кто-нибудь увидит этот никому не нужный видос. Блин, у меня сейчас мысль уйдет. Ай, блин, она уже ушла. Зараза, такая мысль была шикарная. Блин, я сейчас ее никогда не вспомню. Мысль была просто перфект. Ладно, сейчас я попробую вспомнить. Фу, блядь, куда ты прыгнул, говна кусок? Извиняюсь. Мысль была... Так, я рассуждал про искусственный интеллект в игроке. Ага. То, что он доделывает сам все немножечко до за главного героя. Ага. И была какая-то охерительная мысль еще. Ну, допустим, систему прокачки сделать этому искусственному интеллекту. То есть, допустим, сначала он тупенький, не понимает, что делать, а потом со временем он все чаще и чаще начинает принимать решения сам, самостоятельно в тех или иных ситуациях. Почему я не могу пройти тот простой участок? Он реально простой. Я все время на шипы натыкаюсь. Ну, с точки зрения программирования, это, наверное, не сильно сложно, потому что чтобы персонаж принимал решение сам. Но вот с точки зрения геймплея, это, наверное, будет посложнее, потому что... Ну вот что это? Потому что если два человека одновременно принимают два разных решения, ну, это не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, если, например, главный герой с искусственным интеллектом принял решение, то оно как бы сделать его доминирующим над решением игрока. Mm-hmm. Ну, вообще-то говоря, это попахивает читом. Ну, можно ведь как-нибудь все равно придумать. Ну вот, например, здесь вот этот грёбаный недопрыг. Но он ведь погоды не сделает, правда? Если, например, за меня прыгнет... А, вот еще как можно сделать, смотри. Допустим, клавиша. Так? Блять. Допустим, у главного героя есть... Одно очко искусственного интеллекта, допустим. И ты в любой момент можешь его включить, и он сам сделает все правильно. Ну, за тебя. И вот, например... Для тебя есть какой-то неимоверно сложный участок? Как для меня вот тот. Хотя они тут все неимоверно сложные поначалу. И ты такой хлоп, клавишу жмешь, и Blue Fryer все делает сам за тебя. Ну, один раз, допустим. Система прокачки, ну, допустим, можно нафармить таких искусственных интеллектов принятия решений, допустим, 2-3. Ну, 3 это, наверное, много. Ну, неважно.
Это уже нюансы. Но было бы прикольно. С точки зрения геймплея. Вот здесь бы я точно искусственный интеллект применил, например. Блять, ну вот сколько раз можно промахиваться? Это уже просто заебало. На одном и том же месте лажаю. Надо, конечно, понять, что я делаю не так, но... Я что-то распизделся, и мне лень думать. Точнее, я думаю, но о другом. Была бы, кстати, прикольная механика, на мой взгляд. Ну, надо, конечно, потестить, но... Нечто подобное, конечно, уже было, я уверен, в играх. Может быть, оно даже и сейчас где-то есть. Я не претендую на оригинальность. Но это просто мысль, которая родилась именно сейчас. Так, что я там не так делаю? Объясните мне. Дурочку. Блять. Сегодня не желает допрыгивать нормально. Совершенно. Давай. Знаете что? Иногда зависит, куда ты смотришь камерой. Допрыгнет он или нет? Я заметил. Если вверх смотришь и прыгаешь вверх, он прыгает выше. Не совсем уверен, как именно это работает. Бля, надо было прыгнуть, а я не прыгнул. А он так не дойдет. Там надо или слишком близко держаться к платформе. Вот поэтому я здесь и практикую этот поход по воздуху, чтобы... Тайминги в голове отложились. Здесь, кстати, тоже можно ходить. Но не рекомендуется. Проще вот так делать. Ну нахер. Да блин! Эмоции. Даже без них. Вот прикиньте, вот тема с искусственным интеллектом, допустим, вот на этом уровне, да? Ты такой, хоп, запрыгнул на эту платформу, единичку нажал, все, он сам делает все. А ты пока куришь в этот момент, расслабляешься. Ну, прикольная же тема, нет? Вы скажете, ну это же упростит задачу. Ну, блин, можно придумать, как компенсировать сложность. Если, например, ты пользуешься искусственным интеллектом. Ну, можно подумать еще, господи, вариантов-то много. Но это же разнообразит. Блять, вот я зря сейчас это сделал. Совершенно напрасно. Это сейчас был мисклик просто. Зачем-то.
Ну, это я так рассуждаю вслух, вы не думаете, что... Мне просто иногда хочется вот так вот почилить и порассуждать вслух. Про себя тоже, конечно, интересно рассуждать, но когда рассуждаешь вслух, оно как-то по-другому немножко работает. Тут надо просто башку вниз поворачивать, короче, при этом прыжке, и тогда ты сможешь допилить прыжок в том или ином направлении. Ну, там назад или вперед. Потому что тут он далеко не всегда попадает именно в центр или куда там, хотя бы в край платформы. Здесь обязательно надо запрыгивать, блять. Ебать, тут что делать, Есть, блядь! О май гад! То есть последнее, вот... Понимаете, как... мозг устроен у человека. Я настолько был сосредоточен. Ну, то есть, вот я прошел, и все больше сосредоточиваешься. И последние рубежи, я ж там не был ни разу, я не знаю, что делать. Но мозг сам подсказывает. Давай вот так делай, давай вот так делай, и вот так. Понимаешь, как это работает, блин, интересно. То есть... Мозг мгновенно принимает решение на основе того, что ты уже прошел. Понимаешь? То есть, ну, я имею в виду предыдущие вот эти вот попрыгушечки. То есть ты делал то так. И на последних рубежах надо делать, в принципе, то же самое, но только, может быть, с некоторыми нюансами. И вот это на самом деле офигенно просто. Потому что я до тех двух преград никогда не доходил еще. Я первый раз. И так было уже не раз. Когда ты вот траешь начало уровней, траешь долго, делаешь все правильно, а потом хоп, в конце такой, и на автомате уже делаешь последнее. Блин, класс. Мне вообще заходит. Ладно, на этом я, наверное, запись этого остановлю. Достаточно много я сегодня тут понаболтал и понаделал. Да, но игра офигенная. Просто офигенная. Вот уберите боссов, ну или переделайте маленько. И я ей дам на данный момент титул игры года. Реально. Ну, может быть, я так рассуждаю, потому что я в подобные игры никогда не играл еще. Его как бы можно назвать платформером, но точно 3D-платформером и точно не на 100%. По той простой причине, что здесь кроме платформеров еще и вот такой геймплей есть, как бы. И драки есть, и сюжет есть, и система прокачки какая-никакая есть, и всякие плюшечки, хуюшечки. Поэтому тупо сказать, что это платформер, у меня рука не поднимается. Но уж если пренебречь всеми нюансами и все-таки захотеть присвоить ему статус платформера, то это точно будет 3D-платформер, во-первых. Вот, но я
предпочитаю склоняться к другому названию жанра для этой игры. Какому? Я не знаю, я в жанрах не специалист. Но это точно не тупой 2D-платформер, где надо, как было в Нир Автомате, когда они засунули в нормальную 3D-шку вот эти 2D-говно платформеры, которые я терпеть, в общем-то, не могу. Ну, в общем-то, это были мои предпочтения, вот, которые я озвучил. Они не являются последней правдой в последней инстанции. Но я их озвучил уже. Вот с этой способностью, кстати, когда по воздуху ходить, становится вообще приятно. И только надо научиться пользоваться, а я ее почему-то сначала не понял, как ей пользоваться. Ну, правильно. То есть она у меня есть, а как ей пользоваться-то вот так. Ходишь и прыгаешь. Ходишь и прыгаешь. Это же офигенно. Вот. На самом деле у меня осталось... Вот это, по-моему, то, что тут нарисовано, это неправда. У меня осталось довольно много незавершенных пустот. А показывает почему-то... Ну вот сколько показывает? Раз, два, три, четыре, пять... Хотя, может, и правда, шесть. Шесть пустот незавершенных. И еще, уважаемые разработчики, почему здесь... Уровень пустот не нарисован, алё. И еще было бы неплохо, чтобы я их не искал 25 часов, где они. Я что, должен запоминать, где какие пустоты? То, что они как-то называются по-разному, это ничего ни о чем не говорит. Вы тогда пишите в какой-то локации. А лучше всего сделайте к ним, блядь, телепорт, а, пожалуйста. К этим пустотам. Чтобы я не бегал и не искал их. Но это уныло, правда. Вы же понимаете, что вы сделали пустоты боссами. Или наоборот, боссы пустотами. Ну так допилите вот эту хероту. Нафига я должен искать их по полдня тут, бегая по локам неизвестно где. Варп сделали. Ну сделайте варп тогда к пустотам еще вот. Вот есть варп к областям, а еще варп к пустотам. И все. Это же будет удобно, но вы же понимаете, что вот этот гемор брождения по 28 раз в одном и том же месте, он, в принципе, нахер никому не нужен. Вот, а так будет все чики-пуки, потому что мне и в пустотах хватает харда, чтобы поймать кайф от вашей великолепной, в общем-то, игры в целом. Все, ребята, господа и дамы, я закончил. Пока-пока.